Слишком срочно для приказа Уцихао. Господин продает его по первоначальной цене. Он понесет убытки. Ну, у хозяина есть кто-то, кто поддерживает его. Вы не слышали о том, что произошло в борделе Синьмэнь? Молодой господин Ну намеревался послать красавицу коменданту Суну, но оскорбил коменданта. Ничего не ясно для семьи, возьмут ли они под свой контроль производство тканей. Правда? Кто... кто ты? Я, удачи, Гэнджи! Наш молодой хозяин Нины хочет вас видеть. Молодой хозяин? Вы хотите этот шелк? Для сбора дани ткани, верно? Я сделал объявление, что покупаю шелк по 10-кратной цене. Но сейчас растет и приток тканей. Если хотите разорвать контракт с семьей У, я могу не только штраф за вас заплатить, но также добавить 5 раз больше, до 10-кратной цены. 15 раз? Но я подписал контракт с молодым хозяином У. Как торговец, я держу свое слово. Для меня большая честь сотрудничать с молодым хозяином Нином. Хозяин, вы не можете? У вас контракт с семьей У. Молодой хозяин Нин, не волнуйтесь. Если я могу сотрудничать с вами, мое обещание будет дороже золота. Отлично. Пожалуйста, передайте мое слово другим бизнесменам. Они могут найти меня, если есть намерение. Да, я могу дать денег столько, сколько они попросят. Да. Пошли. Да.